Просто иди и не думай о том, что смерть. Все это в прошлом, там, за изгибом реки, за циферблатом натужных балансовых смет, где навсегда остались любые враги рода и племени, личности и страны. Не ворошил бы ты тьму без особой нужды. Слишком двояка услужливость сатаны и чудеса его, в общем-то, не нужны для понимания, кто ты такой и кем. Был установлен порядок того, что есть. Мир однозначен, и не найдется схем или сценариев, чтобы он рухнул весь. Так что не бойся смерти, ее лимит не безграничен. Бог все равно воскрес и примирил Адама с его Лилит после того, как смиренно взошел на крест. Просто иди за ним по его следам, что бы там ни было, как-нибудь семени. Мой заблудившийся на земле Адам, чуть не забывший того, что ты из земли.